В Словении бастуют сотрудники разведки. Сотрудники Агентства безопасности и разведки Словении требуют повышения заработной платы. Сотрудники разведывательной службы Словении объявили забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает The Associated Press. Сотрудники Агентства безопасности и разведки Словении начали забастовку еще в среду, жалуясь на недостаточное количество работников в ведомстве и низкие зарплаты. Министр государственного управления Борис Капривникар назвал ситуацию странной и уникальной. Он говорит, что сотрудники службы по закону обязаны обеспечивать базовое функционирование Агентства для защиты национальной безопасности. Закон об агентстве разведки и безопасности Словении не запрещает забастовки работников, как, например, военным. Однако в соответствии со статьей 36 закона конституционно гарантированное право работников на забастовку ограничено. Напомним, ранее сообщалось, что ведущие профсоюза журналистов Греции объявили двухдневную забастовку во всех СМИ. По материалам сайта news.com.